В Сочи команда приехала впервые. Уже третью неделю гандболисты опробуют новый спортивный зал, который может трансформироваться под разные игровые виды спорта. На этот раз часть помещения отдана в руки чеховских медведей, силу и мощь которых ощутил на себе инвентарь. Здесь команда готовится к предстоящим турнирам в Швейцарии и Македонии. Сейчас мы заканчиваем сбор нагрузочный, дальше будут тренировки. И 21 числа мы улетаем уже на турниры, где будем готовиться уже непосредственно к игровой части. Вот. Потом 30 августа у нас суперкубок в Краснодаре и начинается чемпионат России. Кстати, до 2013 года чеховские «Медведи» являлись базовым клубом сборной России. Из-за серьезного недостатка финансирования произошли кадровые потери, но даже это не помешало им в прошлом сезоне выиграть очередной титул чемпиона страны. И, как говорит главный тренер «Медведи», визит в Сочи дал ребятам возможность не только потренироваться, но и отдохнуть. Все ребята там сходили в дендрарий, все с удовольствием очень покатались на яхте, всем очень понравилось. Вот. Ну а потом, когда выходных дней, к сожалению, не так-то много, и оказывается, что здесь где-то еще есть и море. Вот, поэтому они вечером после ужина туда ходят. Днем, конечно, сложно. Вот, стараются отдохнуть. На тренировочные сборы клуб приехал не в полном составе. Часть игроков была задействована на чемпионатах мира в Бразилии и Екатеринбурге. Чеховские «Медведи» пробудут в Сочи до 12 августа, затем отправятся представлять Россию на ряде турниров. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.